Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемыми Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. И Душаном. Здравствуйте. Я бы хотела сегодняшнюю нашу встречу и беседу начать с вопроса, касаемого темы сверхпотребления. Дело в том, что такая привычка, она культивируется в потребительском формате общества, и все люди, в принципе, уже привыкли к такому чрезмерному потреблению и накоплению. Но многие уже понимают, что это путь в никуда, что вот такое сверхпотребление, оно, в принципе, лежит в основе очень многих кризисов и социально-классового неравенства в обществе, и кризиса, связанного с ресурсами. Но вырабатывалась она в нас и укоренялась, в принципе, в обществе тысячелетиями? Нет. Нет? Нет. Сверхпотребление — это современный продукт. А раньше такого не было. Я скажу проще. Вот в действительности сверхпотребление — это результат последних десятилетий, даже не столетий. Ведь раньше люди производили товары, которые должны были быть не просто конкурентоспособными, они должны были быть качественными и такими, которыми люди могли пользоваться долгое время, скажем так. А сейчас не важно. Важно, чтобы была картинка красивая, хорошая реклама гораздо важнее, чем качество товара. Разве не так? Да-да-да-да-да. Разгоняет именно и усиливает. И вот сверхпотребление — это современный продукт. Навязывается реклама, разгоняется ажиотаж, и людей заставляют… Ну давай вот возьмем просто женская мода, ну или мужская мода, ладно. Мужчины меньше страдают, скажем, от этой проблемы. Но тем не менее, мода меняется каждый год, так же? И вот на каждый сезон вынуждают тех, кто придерживается моды, менять одежду, менять фасон, цвета модные, не модные и все остальное. А извини, а что такое вот поменять женщине, ну, скажем так, собственный вид, да? То есть вот костюм, к примеру. Это ж меняется, ну, полностью все, весь гардероб. Плюс это и туфли, это, извини меня, и украшения. Принцип это домино такой. Все тянет за собой. Вплоть машина не подходит под мои туфли. Ну, вот это мода. Бывает и такое, ведь да. Ведь навязывается это все. А если мы возьмем по автомобилям, да? Вот прошло там 2-3 года, выходит новая модель или какой-то там рестайлинг, и уже, если ты крутой, то ты не можешь ездить на машине старой модели. Ну так же? Да. Ну и давай честно говорить, даже те машины, которые раньше ездили десятилетиями, сейчас они, ну, 5 лет и все, хоть выбрасывай. Ну делают же, почему? Потому что не ставят цель, чтобы машина могла там длительное время эксплуатироваться, чтобы чаще меняли и тому подобное. Ну это ж так. И качество одежды то же самое, ну, что она же рассчитана там на сезон-два. А такой вопрос, Игорь Михайлович. В принципе, как бы общество привыкло уже жить так за последние, скажем, десятилетия. Привыкло. А вот в созидательном обществе что вот будет с вопросами потребления? Как будет вообще меняться менталитет, скажем так, потребителя к созидателю? Как будет происходить вот эта эволюция менталитета? Объясняю. Все в действительности очень просто. Почему вот начали развивать индустрию моды? Потому что индустрия моды, она заставляет людей покупать все новые и новые вещи. Да? Вот айфоны выпускать каждый год. Постоянный ребрендинг идет. То есть постоянно что-то новое. Старое уже не идет, оно уже не подходит и тому подобное. Почему? Потому что это сверхпотребление, оно двигает экономику. То есть, если мы остановимся, ну, не будем покупать в этом году что-то, экономика разрушится. Вот в чем проблема. И нас вынуждают, нас заставляют, нас стимулируют в своей массе вот идти на поводу вот этого сверхпотребления. А в созидательном обществе другая экономика, другой подход. Должны быть вещи качественные. Я не говорю, что не должно быть моды. Но мода должна быть такая, которая не на один год, скажем так. Правильно? Ну, женщины могут возмутиться, если хочется что-то новое. Ну, хочешь — иди бери. Во всяком случае, должно быть более чем достаточно высококачественных товаров. Подчеркиваю, друзья мои, высококачественных товаров. Вот тогда это хорошо. Вот приведу простой пример. Вот мне подарил товарищ, у меня туфли были 9 лет. Сгорели вместе с домом, к сожалению. Я бы еще их столько же проносил.
Почему? Потому что это качество. И мне в них удобно. Понимаешь? А если гоняться за тем, модно или не модно, ну, это каждый год новые туфли. А что такое новые туфли? Ну, это новые мозоли, да? Пока разносишь, пока привыкнешь. Ну, вот и ответ. Ну вот многие боятся все-таки, что когда ты с таким потребительским мышлением, что они боятся каких-то лишений, что, скажем, в созидательном обществе… Да не должно быть лишений. Должно быть перенасыщение. Вот. А вот в наше время боятся перенасыщения. Почему? Потому что ну, в действительности выбрасываются огромные коллекции одежды, в буквальном смысле слова выбрасываются. Даже в секонд-хенд не отдают, потому что ну, если это именитый бренд, то нельзя, чтобы он был в секонд-хенде. А ну, по той или иной причине покупательская способность упала, и все, осталось много товара. И все, это выбрасывается. А вот в созидательном обществе нет гонки за сверхнаживой. Понимаешь, вот, вот в чем вопрос. И экономика совершенно другая. А раз другая экономика, значит, в основе должно быть что? Перенасыщение рынка качественными товарами. И мы переболеем этой болезнью, извините, вот как модным ковидом, и все станет на свои места. Ценность материальных тогда вещей вот этих уже отпадает, потому что ты понимаешь, что тут есть. Еще одно. Уйдет то, что сейчас называют промывкой мозгов. То есть нельзя, чтобы кто-то использовал средства массовой информации для промывки, в буквальном смысле слова, мозгов наших. То есть навязывания нам того, что нам 7 лет не нужно. Вот эта реклама, знаешь. И все. Еще знаете, что есть такое понимание, когда-то один чилийский поэт сказал, что страна выходит за покупками, когда ей грустно. И ты понимаешь, совершенно что делается все возможное для того, чтобы, в принципе, наше общество было обществом несчастливых людей, которые бы, в принципе, развивали и двигали вот это потребление и расширяли. Знаешь, вот это вот потребление — это сублимация. По-другому не назовешь. Если люди несчастны внутри, то они пытаются как-то компенсировать это внешне. Ну, надо строить такой мир, чтобы люди были счастливы. Тогда и нужда отпадет в частой смене собственного гардероба. Ну что, не так? Да. Все решается, и решается очень просто. Поэтому, скажем, это не проблема. Игорь Михайлович, ну вот в переходном периоде, скажем так, вопрос сверхпотребления будет решаться именно качеством товара. Качество. А когда созидательное общество? Ведь мы и говорили о том, что будут технологии, которые связаны понимаешь, так или иначе вот, с картриджами. В переходном периоде будут немножко, конечно, проблемки. Первое время. Почему? Потому что ну, мы привыкли жить так, а здесь оно меняется. Ну, привыкли то, что нам навязывают, нам рассказывают. А так нельзя манипулировать сознанием людей. Нельзя навязывать какие-то цвета, еще что-то. Это не значит, что не должно быть моды, еще раз говорю. Но нельзя этим злоупотреблять. Я понимаю, это целая индустрия, понимаешь? Ну вот, а как же мы? Ну, вы и так будете получать достаточно базовый свой доход. Настолько, что не нужно будет промывать кому-то мозги, друзья мои. А вот работать над улучшением качества — это нужно. Правильно? И почему? Надо разрабатывать такую моду, чтобы она была модна всегда, а не так, что сегодня одно, завтра другое. И все будет хорошо. Я еще запомнилась, как вы делились, что все-таки созидательное общество — это рай даже для потребителя в какой-то степени. Ну, потому что технологические возможности будут совершенно другие. Ну, мы уже не раз об этом рассказывали. Я понимаю, это звучит как фантастика, и многие скажут, ну сидят фантазируют. Друзья мои, вот чтобы такого не было, чтобы у вас не возникла такая мысль, что мы сидим и фантазируем, ответьте мне, из чего состоит весь этот мир? Весь. И мы придем к пониманию, что всего лишь из небольшого набора частичек. Да? И вот их манипуляция, расположение меняет ну, полностью все. От металла, извините, до пирожного на столе. Ну так же? Так. Если мы будем иметь достаточно энергии и будем понимать, как это устроено, ну мы понимаем уже, как это устроено, скажем так, и знаем, где взять энергию. Понимаете, вот многое решается, уже решается. То мы сможем создавать что угодно. Так же? Ну давай представим, опять повторимся вот с тобой. Давайте, друзья, вот представим, ну, к примеру, микроволновая печь, да?
стоит у вас. Что вы мне делаете? Разогреваете, там, готовите и тому подобное. А здесь вы нажимаете на экранчик, выбираете в меню. То есть буквально нажатием пальчика вы выбираете, что вам сейчас необходимо. Новая кофточка, сережки, колечко или бутерброд, ну или мороженое. Нажатием одной кнопочки вы это получаете. Бутерброд горячий, мороженое холодное. А серьги из любого металла, любого фасона, который вы захотите. Почему? Потому что если мы это все разложим, то это все одно и то же. Это возможно. Ну, вот возмущаются некоторые. Но возможно это, друзья, это очень легко. На сегодняшний день вот 3D-принтер есть, да, который уже печатает мясо. Ну так же ж? Да. Ну это, знаете, вот, друзья мои, ну, вспомните совсем недавно, ну, для ваших прадедов и прабабушек было удивительно, как это по проводам люди связываются друг с другом. Телеграф, вспомните, когда он появился, совсем недавно. А сейчас вы в руках держите планшеты, вы в руках держите телефоны, в которых есть весь мир, есть интернет и все на свете. Ведь технологии растут очень быстро. А, скажем так, вот такие эволюционные скачки, ну они возможны. Возможны. Это несложно. Даже в наше время мы смотрели какие-то фильмы, фантастика, да, то есть и ты понимал, ого, как это. И потом ты понимаешь, что через лет 10-15 ты сам пользуешься, в принципе, вот этими возможностями, совершенно которые верно. На сегодняшний день уже… Если раньше мы удивлялись, да. читая фантастику да. или глядя в кино это все, то сейчас мы этим пользуемся, и это нормально. Угу. Так что это нормально, друзья. Так вот, знаешь, в чем еще большое преимущество? Вот ты взяла… Бутерброд, к примеру, или первое блюдо, угу. ну, борщ, к примеру, захотелось с помпушками, с чесноком. Да. Здорово ж? Супер. Супер. Тарелку мыть не надо. Вот не надо мыть тарелку. Всё, и все крошки смела. И все хозяйки. Да. Положила, ну давай назовем такой типа стиральной машины, угу. да. И все, и оно мгновенно утилизировалось. И вот эти частички, они ушли в тот же картридж на микроволновку, где ты можешь взять следующую тарелку борща. Прикольно? Супер. Да. Заказала себе кофточку. Так. Пошла куда-то, ну, мало ли, воздухом подышать, в парке погулять. Ну, что ты там могла взять? Мороженое. Угу. Ну, нечаянно вот испачкалась. Или фастфуд какой-то ела, кетчупом обляпалась. Ты знаешь, что это прибыль для тебя? Вот для многих не это… Не проблема. Для крайней. Многих это проблема, так, да, так. вот сейчас. Ага, здесь ты приходишь домой, ты кидаешь эту же кофточку, но она уже с кетчупом. Это ценнее. Плюс частички, конечно. Это уже грязная одежда, она становится ценнее, чем чистая. Почему? Потому что и та же пыль, и та же грязь — это те же частички. Все очень-очень просто. Так что плюсов много. Супер, Игорь Михайлович. Ну вот знаете, вы немножечко коснулись темы такого и футуристического будущего. Созидательное общество — это все-таки общество, в котором есть роботизация, которой люди, в принципе, немножко боятся. И это на сегодняшний день боятся. Угу. Потому что на сегодняшний день вводить кругом даже ну, во многих законодательно запрещено. Почему? Люди останутся без работы. Угу. Опять-таки, введение роботизации полномасштабно на сегодняшний день — это вызовет такую волну возмущения, что не приведи Господи. Вот почему у нас еще экология и многое другое, и еще и эта проблема, почему нас хотят сократить. Лишние люди, они здесь не нужны на этой планете, да? Почему? Потому что роботы могут работать, производить много угу. и тому подобное. И нет огромного количества людей, которые останутся без работы, но они хотят кушать. Вот. Вы знаете, когда смотришь сюжеты футуристических фильмов, да, все здорово, тебе не нужно ходить в магазины, тебе не нужно ходить к доктору, на работу даже порой не нужно ходить некоторым людям. И ты понимаешь, что все-таки то, что нам рисует сейчас, скажем так, кинематограф, что люди там немножко одиноки, изолированы, и есть опасения у людей относительно того. А ведь многие люди ходят в ту же там, не знаю, парикмахерскую, к доктору для того, чтобы просто закрыть какую-то свою потребность в социальном контакте. Хорошо. И вопрос такой, как будет с социальным общением в созидательном обществе? Давай проще скажем. Mm-hmm. Опять-таки вот вопрос общения в созидательном обществе. Mm-hmm. Площадок море. Возможностей общаться много. Это не проблема. А давай посмотрим мы с другой стороны. Вот ты говоришь, люди ходят в парикмахерскую, чтобы пообщаться, да? Mm-hmm. Вот скажи, вот сколько времени у тебя занимает парикмахерская?
подстричься, покраситься, привести себя в порядок? Ну, у женщин со сложными техниками окрашивания это занимает порядка 4-5 часов. 5 часов. Это очень много. 5 часов, друзья. Да. А в созидательном обществе, даже в переходном периоде, даже на сегодняшний день, возможно сделать так, что это тебя займет, ну, не считая выбора прически и выбора вот этой вот сложной окраски. Это мы упустим, это может быть длительно, здесь не спорю. Муки выбора. Но сам процесс может занять ну, максимум несколько минут. Мне это нравится. Ну это всем нравится. Очень удобно. Еще знаешь, что, какая большая польза от этого? Парикмахерша будет здорова. Ведь когда она обрезает волосы, особенно мелкие волосы, она часто вдыхает это все. Ты представляешь мелкие волосы, которые попадают в легкие, ведь они пронзают альвеолы, ну, часто болеют потом после этого, а руки на взвесь целый день. Вот 5 часов стоять над тобой, держать руки вытянутыми впереди. Попробуйте, друзья, те, кто не знает, что это. Это, извини, и шейные остеохондрозы, и артрозы, и многое другое. Так же ж? Хорошая работа? Хорошая, нужная, делает женщин красивее. Но вреда для здоровья приносит массу. Зачем это делать, если можно просто доверить это все ну, тем же роботам, да? Автоматизировать. Это не значит, что робот будет над тобой стоять. Нет, зачем? Существует, ну, и так, давай, вот экспромт, да? Ты пришла, выбрала картинку, просто села. Вот знаешь, сушка есть такая, на голову одевается. Вот достаточно лишь поднять твои волосы, и, к примеру, тот же искусственный интеллект может каждую волосинку твою обрезать лазером, не ножницами. Польза знаешь какая будет? Лазер он запекает, волос закрывает. Туда уже не попадает никто и ничто. Или просто ломается ножницами твой волос. Он потом и сечется, он потом болеет, ну и масса-масса других вопросов, да? Плюс за эти 2 минуты искусственный интеллект сможет пролечить твой волос, окрасить его, каждую волосинку в нужный цвет и уложить ту прическу, которая тебе необходима. Это займет очень-очень мало времени. И знаешь, что интересно? Вот сейчас мы можем сделать такое оборудование. Вполне. Некоторые скажут, да ну сложно. Ничего сложного, друзья. Это гораздо проще, чем оснастить искусственным интеллектом и заставить вот работать, к примеру, самолеты 5-го поколения, истребители, которые летят и убивают ни в чем не повинных мирных граждан. Так что лучше? Чтобы те люди, которые занимаются искусственным интеллектом и решают технически сложные задачи для того, чтобы нас убивать, те люди займутся тем, чтобы делать женщин наших красивее. Разве это не благороднее, не лучше? Разве это неправильно? Простой вопрос, друзья. Супер. Ну это же можно. Да, да, использовать для здоровья. Ничего сложного в этом нет. Я более чем уверен, люди с техническим образованием, особенно, знаешь, с таким укладом новаторства, они уже себе представили, как это может быть. И как это легко сделать на самом деле даже сейчас. Все просто. Хорошо, Игорь Михайлович, а где же тогда люди будут общаться? Вот такой еще вопрос все-таки. Где угодно. Платформа для общения. Платформа. Это обычная жизнь. Вот это наша обычная жизнь. Не закапсулирован кто-то где-то. Да, ну понимаешь, из дома сейчас, не выходит. Я скажу проще, сейчас люди намного больше закапсулированы. Вот простой вопрос. Люди ходят в ресторан, да? Есть определенные категории, которые любят посещать рестораны, бары, там еще что-то. Очень много людей, те, которые сидят дома, просто вот глядя в свой телефон или планшет, месяцами, годами и тому подобное, не выходят на улицу, не идут в бары, не общаются с людьми. Знаешь почему? Они общаться могут вот через гаджеты, а не вживую. Потому что они боятся пойти в ресторан, потому что какие-то пьяные хулиганы могут оскорбить, побить и тому подобное. Так же самое в баре, так же самое вечером выйти прогуляться, могут быть преступники, все что угодно. Вот что сейчас сдерживает людей. И таких людей гораздо больше, чем тех, что на сегодняшний день посещают те же бары и рестораны. Гораздо больше, чем тех людей, которые на сегодняшний день гуляют в парке вечером. А в созидательном обществе это будет ну, невозможно кого-то оскорбить даже. Не то, что вдарить или там, не знаю, не дай бог убить. Это нереально. Почему? Потому что любое преступление совершается тогда, когда есть хоть какой-то шанс остаться безнаказанным.
Еще раз вот повторю, мы уже разговаривали с тобой по этому поводу в предыдущих передачах, что в созидательном обществе, да, даже внедрение тех технологий, которые на сегодняшний день уже есть, ну, над некоторыми еще, может быть, немножко надо поработать, оно исключит любую преступность в любом виде. Почему? Потому что каждый человек будет виден. Да, многих это тоже вот может, знаешь, как напугать, как это за мной 24 часа в сутки будут наблюдать. Да, друг мой, будут наблюдать. Но это для твоей безопасности, для твоей счастливой жизни. Но это не будет никому интересно. Ну, скажем так, если будет наблюдать искусственный интеллект или искусственное сознание, то я думаю, тебе наплевать, если ты не совершаешь преступления. Если ты живешь правильно, никого не оскорбляешь, не бьешь, не воруешь, то чего тебе бояться? От того, что ты к соседке пошел, или соседка тебе пришла, или, извини, сосед пришел, это твои личные дела. Если вам это нравится, то больше никого это не интересует. Ну а сразу же сознание так включается, это «чтоб я не сделал, будет видно». Бизнес темный, но в созидательном обществе темного бизнеса не будет. Почему? Я же говорю, даже внедрение МЦК «Восход» — и все, темный бизнес закончился. Придется всем работать светло. Ну и зачем тебе темный бизнес в созидательном обществе, когда все есть? Простой вопрос. Ну это даже на переходном периоде только. А в самом созидательном обществе понятие денег, оно не должно быть. Так же, как и понятие власти. Правильно? Что кто теряет? Ничего, только безопасность. Давайте мы возьмем другую сторону. Что значит 24 часа все люди на Земле, они находятся под наблюдением, неусыпным наблюдением, ну, искусственного интеллекта, скажем так, мягче. А может быть и сознание, кто знает. Это как люди решат. Ну, я за интеллект лично. Что это дает? Ни один человек в мире не исчезнет, потому что, извини, куда бы он ни исчез, его тут же нашли. Невозможно даже совершить маленькое преступление, ну, по отношению к тебе, друг мой. Это что означает? Ну вот выходишь ты с бара, даже если ты употребил спиртное, никто тебя не побьет, не оскорбит. Кроме помощи никто ничего не сможет сделать плохого. Разве это плохо? Или простой вопрос. Ты выходишь с девушкой, друг мой, из собственного дома, и ты не встретишь хулиганов, которые могут тебя унизить и оскорбить при девушке. Разве это плохо? Понимаешь, звериная уйдет вот эта составляющая у людей. Как шакалы, когда толпой нападают на одного. Ну кто это не переживал? Ну, некоторые скажут, а как это сделать? Да легко. Еще раз говорю. Наблюдение, оно показывает, где кто был и чем занимался. Если совершается какой-то акт насилия, извини, будешь отвечать по закону. Каким законом? Люди пропишут. Мы все вместе. Мы создадим те законы, которые исключат всю звериную составляющую из нас, которые сделают мир таким, каким мы хотим. Правильно? Что в этом плохого? Простой вопрос. Вот, кстати, про прозрачность мы заговорили, и вот тоже интересно, что обсуждали накануне о том, что очень многие люди переживают за то, что будет прозрачность их финансовых потоков. Не хотят, чтобы сосед знал, за сколько я там купил свой автомобиль, например. Вот такие вот моменты люди ещё беспокоят. Знаешь, почему этот человек не хочет, чтобы сосед узнал, за сколько он купил свой автомобиль? Почему? Потому что когда человек вот не хочет, чтобы сосед узнал, за сколько он купил, значит, он его купил дешево и хочет, чтобы сосед думал, что он купил его задорого. Понятно. Ну что, не так? Ну это единственный вариант. Но если ты покупаешь дорогую, красивую машину… Обязательно продемонстрируешь. Ты же ее демонстрируешь соседу, чтобы сосед думал, что ты вот такой крутой, у тебя такая дорогая машина. Даже если ты купил ее за дешево, это тут единственная проблема, понимаешь? А зачем? Ну сейчас понятно, но зачем в созидательном… В обществе человеку чего-то бояться, скажи мне. Ну вот простой вопрос. Во-первых, если мы берем чисто созидательное общество, тот же автомобиль тебе, ну, ну да, понятно, если ты работаешь, ты можешь себе позволить там супермашину. А если ты на базовом пакете, ну здесь, извини, не Роллс-Ройс, но ну, Камри должно быть. Правильно? Ну разве Камри плохая машина? Нет. Нет. Ну там мы берем на сегодняшний день. А вообще по-хорошему должны быть электромобили. Правильно? На новых технологиях.
Машины должны быть такие, чтобы не надо их было заряжать, а не надо было их ремонтировать. ТО проходить все равно придется. Почему? Ну, все изнашивается, и все требует какого-то ухода, правильно? Во всяком случае, один раз на 50 тысяч пробега ты обслужишь машину, да? Или ты будешь ее там каждый год гонять. Да? Ну, кто как ездит, конечно. Некоторые могут и 200 тысяч проехать там за сезон. Ну, у меня получалось всегда там менее 10 тысяч. Ну, так выходил. А тут еще возникает вопрос. Если в общем посмотреть на ситуацию в созидательном обществе, то, конечно, будет все лучше, будут машины как бы получше, а значит, когда-то закончится производство машин, потому что если все получат хорошие машины, то появляется их будет вопрос, более чем достаточно. Да, и кто будет заниматься, эти люди, которые вот работали в этой отрасли, что они будут делать? Другое что-нибудь. Ну а тут вопрос, что они будут делать, потому что, опять же, если мы говорим за то, что мы построим созидательное общество, возникает вопрос большой. Угу. Ну хорошо, у меня доход, у меня все. А что я буду делать? Чем я буду заниматься? Чем боится, хочешь. Что перестанут работать люди. Люди не перестанут работать. Да. Вот не перестанут. Угу. А сколько людей сейчас не работает? Ну, есть огромный процент. Процент, да, да, огромный, да, процент. Да. Давайте проще скажем. Есть определенная прослойка, да? Которая называется бюрократия, угу. которые на 90 с лишним процентов на сегодняшний день просто занимаются тем, что получают заработную плату, плюс очень многие получают, ну, дополнительные доходы за счет бюрократии и коррупции. Угу. А польза от них человечеству и обществу ноль. Но прослойка большая. А прослойка огромная. Угу. Она не большая, она огромная. Почему? Потому что все это можно сократить, и мы не заметим. Мы только увидим, что нам стало жить легче, проще, проще получить бумажку, проще что-то сделать и тому подобное. Угу. Понимаешь? И бумажек будет меньше, и проблем будет меньше. А все как работало, так и будет работать. У нас в любых странах очень сильно раздутый штат бюрократический. Он огромнейший, угу. который не нужен вообще. Они ходят на работу пообщаться и занимаются какими-то пустыми бумажками. На самом деле это так. Это все легко заменяется искусственным интеллектом, ну просто мгновенно. Плюс заводы, которые делают автомобили. Зачем на них работать людям? Этим должны заниматься роботы. А люди, ну, должны лишь издалека следить за тем, как на грязной тяжелой работе вкалывают роботы. Создавая нам автомобили, прекраснейшие автомобили. Разве не так? Угу. Ну да, но, допустим, я буду… Чем заниматься будут люди? Да, потому что, например, я буду лежать на диване… Не будешь. И, знаем, месяц… Не сможешь. …выдержу. Правильно. Вот сам говоришь, месяц ты выдержишь, потом ты пойдешь искать, чем тебе заняться. И вот здесь возможности, которые у тебя открываются будут, они огромные. Хочешь машины делать — пожалуйста, делай. Кто тебе мешает? Это не проблема. Берешь, делаешь машину вручную, заказываешь что-то. Опять-таки те же принтеры 3D, да? Ты можешь любую форму сделать автомобиля, собрать вручную и ездить на своей машине. Можно? Можно. Можно. Можешь собрать для кого-то в эксклюзивном дизайне. Можешь? Можешь. Можешь разработать принципы новых двигателей там, или еще что-то. Можешь? Можешь. Работы масса. Плюс. Если мы берем уже развитие созидательного общества с развитием технологий и тому подобное, у нас появится слишком много работы для людей. И это действительно так. Почему? Потому что появятся новые отрасли, которых на сегодняшний день не существует. Они должны быть, и они нужны, но угу. их нет. Ну, в силу того, что мы живем в потребительском да, формате, многое сдерживается и тому подобное. А вообще от таких тяжелых, неправильных работ люди должны освобождаться. Люди должны заниматься больше творчеством, саморазвитием. Но там, где необходимы человеческие руки, конечно, там они должны быть. И обязательно найдутся те, кто захочет, придет и будет делать. Каждому место найдется. Это действительно так. Интересно, что тоже в вопросах даже увлечений каких-то и предназначения человека мы понимаем, что да, там развитие искусственного интеллекта, оно да. сдерживается. И нам представили какую-то узкую нишу, чем ты можешь заниматься, какие у тебя могут быть там интересы, хобби, увлечения, предназначения. И человек смотрит на вот этот
узкий выбор и понимает, что ну как-то что ли для большего я и не гожусь. Создан, наверное. Я вот тебе скажу ощущение больше. Вот это есть, что… Понимаешь, проблема в том, что предназначение человека здесь, для чего он вообще в этом мире, оно скрывается от людей. А потенциал человеческий не раскрывается практически ни у кого. Это действительно так. А если у кого-то раскрывается, то лишь на малый-малый процент. А в созидательном обществе очень многое переменится в этом отношении. А после вот этих перемен, поверь, изменится и отношение к жизни у многих. После изменения самой жизни и понимания своей сути, ну, возможности человечества возрастут многократно. И каждый человек найдет для себя применение. То есть мы сейчас даже не понимаем, какое мы наше понимаем, предназначение, какие перспективы есть, и что мы вообще не понимаем, можем, да, ничего, конечно. Как мы можем пригодиться в друг этом мире, да, друг другу. И для всего мира в целом. Но вот знаете, еще наши друзья тоже, которые смотрят нас, наши зрители, они делились еще такими размышлениями, что вот наблюдают они сейчас за коренными народами, там, не знаю, США, допустим, индейцами или там другими коренными народами. Они находятся на определенных дотациях, получают государственные средства, у них есть недвижимость, у них есть там деньги для жизни, но наблюдают следующую картину, что, в принципе, вот эти сообщества, они деградируют, и процветает и алкоголизм, и игры в казино, и так далее. То есть у них нет возможности получить образование, стать президентом Соединенных Штатов. Ну, я образно говорю, понимаешь, почему? Вот человек, допустим, если мы заговорили за Штаты, ну, все хотят стать президентом Соединенных Штатов. Это такой вот, вот критерий изменения. Максимализм. Быть кем-то. Ну да, это ж воспитывается и подгоняется. Ну, во всяком случае, все надеются. А здесь рождается ребенок, они знают, что он может стать таким же алкоголиком, как и ты. Максимум, и сидеть на шее у государства. Они ограничены. Им реально сложно получить высшее образование. Им очень сложно себя реализовать. Почему? Потому что они находятся в резервации. Простой вопрос: откуда срезерваться? И уже отношения как не человек. Понимаешь? А вот созидательное общество, оно уберет эти рамки. Любой человек может получать любое образование. Я даже больше скажу: в переходном периоде, да, будет немножко и пьянство, и наркомания, и все, но оно очень быстро будет прекращаться. Когда люди узнают, что такое в действительности алкоголизм и как он влияет на человека, ну, знаешь, даже запихнуть каплю будет кого-то сложно. Даже в качестве лекарства будет сложно ввести человеку алкоголь, почему он будет отказываться. Также касается и наркомании, и всего остального. А почему сейчас нельзя сделать? Вы знаете оборот, скажем, индустрии алкоголя? Простой вопрос. Я не знаю. Ну, догадываюсь, насколько это популяризируется, конечно. Вот. И во времена кризисов обороты совершенно правильно. Увеличиваются. Какой бы кризис ни был, а торговля алкоголем, оно приносит колоссальный капитал. Набирает обороты. Да. Так же, как, извините, и лекарствами, и всем остальным. Победить это можно только путем создания созидательного общества. Другого пути нет. Да, можно запрещать. Вот помнишь, вот, когда Союз разваливался, и был такой первый президент СССР, который вел сухой закон и сделал вот страну непьющей. Пить она не перестала, но уничтожили сады и все остальное. Почему? Он не создал условий для этого. Никаких. Перехода к чему-то другому. Не объяснил, что такое алкоголизм. И насколько он реально влияет на людей и тому подобное. И что люди утрачивают, употребляя алкоголь. Что на что они меняют. Понимаешь, на самом деле вот мы все эгоисты, и мы все потребители по своей сути. И вот если исходить, созидательное общество — это идеальное общество для потребителей и эгоистов. По-другому не скажешь. Это действительно так, друзья мои. Почему там сплошные выгоды? Для человека, ну, более выгодного существования быть не может, чем созидательное общество. Потому что все на него настроено. Понимаешь? Тем более всех людей в мире объединяет именно вот это стремление к благополучию, даже вот в рамках… А разве не так? Да, каждый стремится, ну, просто… Мы проводили огромные проекты, но… да, которые длились длительное время, изучали, чего хотят люди. Так чего они хотят? Сплошное удовольствие, халява и тому подобное, да? Ну так же ж, если вот опять это рассвет эгоизма и потребителя, ну в действительности-то. Если мы не берем духовные аспекты, вот, все остальное. Вот созидательное общество, оно дает это все конкретно для человека.
И как можно не хотеть этого, я не представляю, потому что этого хочет каждый и мечтает об этом каждый. Просто люди не знают и не понимают, что такое созидательное общество, понимаешь? Когда они это слышат, они этого пугаются, а так? Вот знаете, это звучит как фантастика, потому что я прихожу домой, у меня все есть. Да. Просто все. Просто все. А вот знаете, это такое, ну так в чем смысл тогда? Вот это как раз все есть, оно и стимулирует высшие смыслы предназначения человека. И поверь, будет чем заниматься. Сейчас это даже озвучивать не хочется. Найдется чем заниматься. Но на диване точно валяться не будешь. Да. Какое-то время может быть. А потом, потом будет чем заниматься. Это не удержит человека. Ну, опять-таки, то, что все есть. Да, это есть в материальном плане. Угу. Тебе не надо работать, чтобы у тебя было, ну, все, что ты хочешь съесть, да? Вот давай простой вот пример. Ну, что у нас там есть? Лобстеры, да? Ты пробовал лобстера? Честно? Нет. Ты пробовала лобстера? Нет. Я тоже не пробовал, честно говоря. Вот мы втроем мы не пробовали. И таких миллиарды. Тех, кто не пробовали. А здесь ты захотела лобстера, вот он тебе лобстер, ты попробовала, понимаешь? Ну что, не захотел, то оно у тебя есть, уже есть. Причем в лучшем качестве, в лучшем разнообразные лучшие блюда всего мира, которые создавали шедевры эти кулинарные, лучшие повара мира. Угу. Понимаешь, вот поварам будет чем заниматься, создавать новый рецепт, который вот сочетать какие-то, создавать новые вкусы, новые видения и тому подобное. Это все вносится в электронную базу, и оно уже у каждого дома. Вот. И мы будем уже говорить спасибо там, тому или другому повару, который смог этот шедевр сделать, правильно? Да. Ну вот видите, людям есть чем заниматься на самом деле. Это очень важный момент, потому что, Игорь Михайлович, вот многие говорят, что да, там парикмахерами будут, допустим, искусственный интеллект, роботы. А ведь есть люди, которые, ну для них это прям любовь к профессии. Вот для них это прям кайф. Человек да. — существо творческое. Вот. Человек не был рожден. И не создавался для того, чтобы он целый день махал, извини меня, большим молотком, угу. или занимался тем, что копал ямы. Не для этого Бог создавал человека. Угу. А так люди могут свои идеи просто реализовывать. Обучать тот же искусственный Опять-таки, интеллект. Человек может реализовывать свои идеи. Угу. И его идея может служить всему миру. И когда у нас в основе будет лежать всего сообщества, основная идея, как улучшить жизнь себе и всем. Потому что улучшая жизнь себе, ты ее улучшаешь всем. Понимаешь? Мир изменится. Будет смысл в твоей жизни. Потому что ты служишь всему обществу. Да, понятно, кто-то может придумать лучшее, но это же будет тебя стимулировать создать еще лучше. Угу. Еще лучше улучшить качество нашей жизни. Игорь Разве это не интересно? Интересно. А будет ли в созидательном обществе элита? Обязательно. И никуда мы от этого не денемся, угу. друзья. Элита будет обязательно. Только сейчас у нас элита кто? Вот Forbes журнал, да? Угу. Печатают кого? Ну, те, кто богаче всех. Власть, да? контроль над обществом. Понятно, что за этим да. стоит? Угнетение, порабощение, обман, ложь, обобрали, украли и тому подобное. Я не говорю все. Ну, вы меня понимаете, друзья, о чем я. Угу. Кто будет потом? Тот, кто больше сделал для людей и создал нечто, что улучшило нашу жизнь. И вот кто лучше улучшил нашу жизнь, тот и будет в том же Forbes. Нам будет кем гордиться и кому говорить спасибо. Ну так же ж? Возможно, они и будут жить лучше, но с ограничением капитализации. Это в переходном периоде. Угу. А в созидательном обществе средств денег нет. вообще нет. Да, да, да. Но привлекать внимание… Все равно будет хотеться. Мы же эгоисты. Угу. Ну так же ж. Мы же хотим, чтобы нам аплодировали люди, чтобы нас узнавали, чтобы нам говорили спасибо. Ну угу. так же ж. Даже если у тебя все есть, но ты не привлекаешь чьё-то внимание, извини, ты очень быстро погаснешь, как свеча. Угу. Сгорел и исчез. А для того, чтобы ты сияла, как солнце, надо, чтобы на тебя кто-то обращал внимание. Ну, по-любому нужно общаться, нужно что-то делать. Угу. И находить какие-то инструменты, как привлечь себе внимание. Так же? Ну так, так. Ценность внимания человеческое. А как будет отличаться, допустим,
человек ответственный в созидательном обществе от власти. Вот на сегодняшний день власть — это когда человек может своим решением кому-то испортить жизнь, да? Использовать коррупцию, все что угодно, выдумывать законы. Ну это те, кто подальше, повыше сидят. А те, кто пониже, также использовать свою власть, не подписать тебе какую-то бумажку или еще что-то сделать. Но так же ж? Вот. Человек, который находится на ответственном месте, даже в переходном периоде, вся его деятельность должна быть на виду, по-любому. То есть украсть он ничего не сможет. Назначить своего кума своим замом тоже не сможет. Почему? Прозрачность. Прозрачность. Плюс система наблюдения за его деятельностью. Мало того, что каждый шаг его известен всем, любое принятое решение, оно публично и оно видно всем. Плюс еще системы, которые будут контролировать и средства, и все в переходном периоде. Попытки будут, сразу говорю, естественно, потому что мы же привыкли, мы же существуем в потребительском формате, где это можно. Вот давай возьмем Китай. Угу. Там чиновников расстреливают за то, что они украли. Но они продолжают воровать. Да. Пока есть деньги, будут находиться те, кто будет воровать. Но с введением, допустим, того же МЦК «Восход», любой чиновник будет знать, что украсть он уже не может. Вот просто не может. Угу. Плюс другая система, которая наблюдает, где он, с кем он и о чем говорит. А еще интересный момент, Игорь Михайлович. Получается, что сейчас, в принципе, когда люди воруют у народа, скажем, деньги, то это объясняется тем, что есть какие-то тайные бюджеты. Это тоже проблема. На нужды. Вот сейчас чиновники, конечно, чиновники могут легко воровать. Почему? Потому что ты вот правильно говоришь. Потому что есть тайные какие-то там у них дела еще, да? То есть закрытые. Под грифом секретно, что-то да, там да, есть. Да, под грифом секретно, все это выводится, все это воруется, это есть и у служб, и у чиновников, и тому подобное. В созидательном обществе, извини, нет войн, никто ни с кем не воюет. Все живут в мире, в любви, в радости, а куда деваться? Понимаешь? И в безопасности. И в безопасности, что самое важное. Да. Значит, нет никаких секретов вообще. Потому что любой секрет это предполагает манипуляцию. Или что-то делается против людей. Тайнодействие. Тайнодействие. Тайнодействие на пользу людям не идет. Поэтому все будет открыто и доступно. Как человек, находящийся на высоком посту, сможет ответственность использовать как собственную власть в таком случае? Никак. Угу. Правильно? Да. Вот, я же говорю, надо просто создавать еще и законодательную базу. Но это опять-таки должны заниматься юристы, те, кто в этом разбирается. Такую, чтобы учесть все наши низменные качества, каждого из нас. Чтобы мы не могли проявлять свое животное, понимаешь, вот эту вот нечеловечность. Чтобы это наказывалось так, чтобы нам не хотелось этого делать. И вот когда мы знаем, что так нельзя поступать, нельзя воровать у людей, нельзя никого обманывать, нельзя никого оскорблять, все станет на свое место, поверь. Мы никого не будем оскорблять. Ну вот простой пример. Вот. Наступили тебе на ногу, тут, ладно, мне тебя пожалеем. Вот как вот в современном мире, да, вот выходишь ты из магазина, тебя кто-то там толкает сумкой, наступает на ногу. Ну, если не плюнул в спину, то послал как можно дальше, да? Созидателем общества ты вынужден будешь сказать: уважаемый, осторожно. И он должен сказать «спасибо, извините». Как интеллигентно. Да. Прекрасно. Если, к примеру, мне наступили на ногу, а я его за это послал, а он повернулся и послал меня, то вот мы оба будем территорию вокруг этого торгового центра месяца три как минимум драить у всех на виду. Мы же крутые, мы же герои, мы же друг друга посылаем. А так обоюдно, вместе будем очищать ее при всех. И никуда мы от этого не денемся. Почему? Потому что альтернативы не будет. Мы в следующий раз, столкнувшись в дверях, мы будем говорить: извините, проходите, пожалуйста. Так же? И все будут наши знакомые, те, кто нас видели, поступать точно так же. Угу. Пример хороший, тоже заразительный. Очень хороший. Когда ты видишь… Знаешь, лучше придержать дверь, помочь человеку выйти и сказать: проходи, пожалуйста, чем три месяца драить, скажем, асфальт возле торгового центра. Угу. Ну так же ж? Ну, зато проще будет следующим поколением. Это тем поколением, которые выросли в потребительском формате. Им нужно будет время на перестройку. Нам будет тяжело. У нас
это разрыв шаблона. Почему? Угу. Потому что, во-первых, следить за собой, следить за своими привычками, которые придется менять. Контроль состояния, мыслей. Конечно. Да, если положено ехать со скоростью 50 км, ты будешь как водитель ехать со скоростью 50 км, даже если вообще никого нет. Почему? Потому что ты не сможешь нарушить. Иначе ты будешь мыть общественные туалеты. Ну, этого тоже не хочется. Мыть надо их, а куда деваться? Но не хочется этого делать, тратить свое время, да? Лучше на рыбалку сходить. Ну, три месяца на рыбалке или мыть общественные туалеты. Разница же есть, правильно? Огромная. Да, поэтому лучше проехать со скоростью 50 км, там, где знак висит, а дальше ехать, как тебе уже разрешает законодательство, скажем так. Ты будешь культурный, вежливый, правильно? Будешь, ну, нам тяжело это. Тяжело сейчас вот с нашего вот состояния перейти туда. Многим будет тяжело, как это не украсть, если вот нога рядом лежит. А нельзя воровать, понимаешь? Ну, не послать, не оскорбить, не украсть. Ну да, я понимаю, ну как-то вот мы это переживем, привыкнем быстро. Также к новым технологиям привыкнем быстро. А ну знаешь, когда на одну за другим жизнь меняется, все течет. Ну как-то, но когда каждый день что-то новое, вот смотришь, вот опять только появилось новое, а тут же там через месяц оно уже у тебя есть. Ну это ж хорошо. Угу. Ну как-то быстро втянемся. Но гораздо легче будет следующему поколению, конечно, потому что они будут жить уже в том мире, который, дай Бог, мы с вами, друзья, сможем построить. И самое важное, знаете, что здесь прозвучало сейчас? Следующему поколению, которое еще не родилось, они будут жить, а не так, как сейчас. Неизвестно, что произойдет сегодня, я уже не говорю о завтрашнем дне. Мало того, что за нас решают жить или не жить такие же люди, как и мы, и могут забрать всю нашу жизнь прямо сейчас, всех вместе взятых, или кого-то в отдельности. Ну плюс еще и климат, который также может изменить нашу с вами совместную судьбу. Ход нашей истории. И ход будет нашей ли вообще история? Совершенно правильно. Климат, который может просто прекратить нашу историю. Угу. Это уже не шутки, это уже понимают все. А я скажу проще. Достаточно одного колебания нашего ядра там, соответствующей амплитуды, и мы перестаем существовать. Знаете почему? Эффект кавитации. От неправильного вращения, неправильного угла может вызвать что? Простой пример. Вот простой, самый простой пример. Представьте жидкую среду, обычно в ней находится твердое тело. Это твердое тело находится, ну, в некотором другом таком, более большем объеме, ну, типа мячик. Вот маленький железный мячик находится в жидкости, в большом мячике. И вот если мы колыхнем чуть не так, а сейчас мы знаем, что происходит, то что произойдет? Напряжение, которое передается, да, на жидкую среду вследствие колебания, повышается кавитация. А кавитация что повышает? Объем жидкости. Да? К чему это может привести? Расширение. Совершенно правильно. Как компенсируется расширение в той же магме? Выходом наружу. Или активацией, ну, супервулкана. Если несколько супервулканов вот в одно мгновение, а это может произойти в любое мгновение, активируется, что будет с нами, как с человечеством? Вопрос большой, да, такой? Если это произойдет прямо сейчас, то мы, друзья, извините, мы не успеем построить созидательное общество. А это печально. Поэтому сейчас это не произойдет. Шанс-то должен быть у нас построить созидательное общество. Но если мы не сможем построить созидательное общество, это другое дело. Для построения созидательного общества. Совершенно правильно. Знаете, есть смысл. Знаете, Игорь Михайлович, ну вот мы сейчас говорим такие классные наглядные примеры, которые касаются твоей жизни повседневной. И вы знаете, порой ты понимаешь, что многие люди не до конца улавливают суть проекта «Созидательное общество», потому что где-то мы неправильно доносим информацию. Она звучит больше как презентация чего-то, чем то, что даст созидательное общество для конкретной жизни конкретного человека. Почему иногда нас не понимают люди? Вот как думаешь? Ну, я думаю, в первую очередь, что мы сами еще не вникли в то, что созидательное общество
сами не понимаем, да, не знаем, а пытаемся что-то рассказывать, да? Да? Но есть еще и другая причина. Мы рассказываем о философии, ну, о сути, восемь основ. Да, мы это подаем все так красиво, красочно и тому подобное. А человек — потребитель, понимаешь? Вот давайте приведу простой пример. Давайте возьмем среднестатистического человека в среднестатистической стране, обычный человек, который живет, ну, скажем, пусть он там где-то в центре Европы, да? Ну, образ. Мы ему рассказываем, а он на нас смотрит как, знаете, как на кого? Как на очередных представителей или же религиозной организации, или же какой-то партии. Да. Что тем, он уже не верит. Да. Постоянно это правда, друзья. Почему? Давайте вот для понимания приведу. Вот есть человек, живущий практически в любом городе, неважно в каком. В этом городе есть несколько религиозных организаций, так назовем, которые верят в одного Бога. Но они разные. Какие-то лучше, хуже. И вот человек задался вопросом, а не пойти ли мне, ну, скажем так, в какую-то религиозную организацию. Ну, тут что-то в нем вот колыхнулось и захотелось. И начинает анализировать. Банально. Вот куда мне пойти? Те говорят, пойдешь к нам, спасешься, и те говорят, если к нам пойдешь, спасешься. Но и те первые говорят, туда не ходи, ты там не спасешься. И вторые говорят, туда не ходи, там не спасешься. Это какая-то странная ситуация получится. Бог один, книжка у них одна, а религии разные. Но это не самое страшное, друзья. Знаете, что человека заставляет задуматься? Он смотрит на бабушек. Вот одна соседка слева, другая справа. Одна ходит в одну религиозную организацию, другая — в другую. Как положено. По выходным ходят в их храмы, делают все как положено. Но он-то их видит не тогда, когда они в храме. Он же знает их как соседа. И он прекрасно понимает. Им не то, что в рай никто их не пустит, их в ад никто не пустит, этих бабушек. И вот он задумывается, а надо ли мне идти туда, где производят или воспитывают таких бабушек? Уже настораживает, да? Ну, возникает недоверие. Когда советы, которые они дают, им самим не помогают. Правильно. Но тут еще беда. Приходят выборы. Приходят опять политики с одной партии, с другой партии, и начинают рассказывать, как изменится хорошо твоя жизнь, если ты делегируешь нам собственную власть, и мы сможем твою власть, которую ты нам делегировал, использовать против тебя. Мы же сделаем твою жизнь прекрасной. Ну, человек задумывается, да? Говорит, вот в прошлый раз я голосовал за одних, позапрошлый раз я голосовал за других. Что одни, что вторые, придя к власти, сделали мою жизнь хуже. И в конечном счете перед следующими выборами они сказали, мы сделали тебе, друг мой, все, что могли. Мы улучшили твою жизнь очень хорошо. Мы делали вот все, что могли. Ну, понимаешь, друг, вот есть страна, вот там, далеко, о которой ты ничего не знаешь. И там есть мужик на коне. И вот из-за этого мужика на коне ты сейчас живешь хреново. Понимаешь? И вот как ему? Во что ему верить? И кому верить? Понимаешь? А тут мы приходим, говорим, мужик, а ты знаешь, есть созидательное общество, там есть 8 основ. Вот зайди на сайт, почитай, или давай мы тебе сейчас расскажем. Вот первая основа, еще что-то. Ну, как мужик отреагирует, вот скажите, а? Нормальный. Да с пошлёт настороженностью, нахрен, мягко говоря. Ну, я говорю прямым языком. Да просто пошлет нахрен или плюнет в спину, ну, если он культурный, а если не культурный, и в лицо, да? Почему? Потому что вся жизнь такая, понимаешь? Вот в чем проблема. А если подойти мужика, спросить, сказать, а как ты хочешь жить, мужик? Вот что он скажет? Он скажет, я хочу, чтобы политики меня не обманывали, да? И не сваливали все на мужика на коне. Я хочу, чтобы вот бабки любили друг друга и меня. Ну и чтобы они прекратили ходить. Они, ну, как-то вот или внесли ясность, почему Бог один, книжка одна, а религии разные. И бабки злые. Ну, должно же как-то помогать, должно что-то ж работать. Должна же быть где-то правда. Истина это, да. Да. И вот тогда ему можно сказать, а правда знаешь где? А где? Внутри тебя, мужик. Вот что ты хочешь? Вот ты сейчас сказал, ты хочешь, чтобы политики не обманывали, ты хочешь, чтобы бабки мирно жили. Ну это и есть созидательное общество. Разве не так?
Разве в созидательном обществе политики вообще будут, которые будут сваливать свою ответственность на мужика на коне? Простой вопрос. Нет, конечно. Разве будут злые бабки? Нет, бабки будут. Но злыми они не могут быть. В априори. Дисциплинарные методы. Совершенно правильно. Они могут злиться, но показывать не будут. Соседу уже хорошо. Плюсы есть? Есть. Вот смотрите, вот шутками, прибаутками, а в действительности-то это так. Мы не говорим человеку о том, что в реальности он получит как эгоист и потребитель. Угу. Почему? 6000 лет из нас сделали рабов. Мы — рабы, и мы должны это признать. Мы потребители, потому что 6000 лет нас сделали потребителями. Ну, давайте признавать, мы потребители. И вот давайте исходить из этого. Правильно? Нас интересует политика только в том случае, если сделает нам что-то лучше. Нас интересует религия, ну, только как халява, которая… Вот я пошел в церковь, а мне там, прихожу домой, мешок с деньгами лежит, понимаешь, Бог дал, да? Ну, ну это ж так, я утрирую, но по факту-то это так, мы потребители. Так вот, единственное, что нам на сегодняшний день может предоставить то, что мы хотим как потребители, это созидательное общество. Но это удовлетворяет не только наши потребности, это дает нам возможность еще стать человеком. Вот в чем смысл созидательного общества. И людям нужно говорить о том, чего они хотят, и что в реальности они получат. Тогда они нас будут понимать, правильно? Правильно. Все очень просто. А если мы будем рассказывать заумно и красиво, пытаясь показаться, ну, каким-то, не знаю, или сектантом, или политиком, то к нам будут относиться, знаете, как к сектантам или политикам. По-другому не будет. Давайте говорить правду. Вот настоящая правда в чем? В том, что созидательное общество в корне меняет наш потребительский уклад жизни, делая его действительно, ну, офигенно потребительским. Ну что, не так? Потребительский рай. Потому что это потребительский рай. Да. Это действительно рай для жизни. Это Эдем, который мы можем построить своими руками. Так же? Так. А почему это Эдем? А в действительности это Эдем. Во-первых, мы закрываем все вопросы с потреблением. Это безопасный, прекрасный мир, где, извини, и здоровье возвращается, если даже ты его случайно утратил. Плюс ты получаешь любой товар, все, что ты хочешь, в избытке. И самое важное, что перестает мыть тебе мозги, и ты можешь раскрыться в своем потенциале, как высшее существо, а не зверь. Вот что важно. И еще важно, что в этом мире созидательно у нас появится гораздо больше возможностей в действительности любить друг друга. Правильно? Так что, друзья, хоть и не созидательное общество, давайте все-таки начнем любить друг друга. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо вам, друзья. Спасибо, что вы есть.